рядом с большим рынком, прямо впритык рынок Маяк. Небольшой. Ну и он оптовый. Берете, да? Не, коллег, я говорю, первая, это его же звонкость. Вторая, это расцветка арбуза. Даю, коллег. У него тут времени не будет. Не, у нас, я рассказываю уже. А зачем она? Кавунычка и кавун, я вам скажу разница, в семенах. Кавунычка идет хорошо на посадку. Маленькие семена. Это все, мать. Я вам любой. Вот смотрите. Нож, с вашего разрешения. Давайте сделаем на любом пробочку, мать. Большой? Делай меньше. Разница, я вам скажу, ребята, в кавунычке разница. И в кавуне разница. В кавуне идет. Всем. В кавуне. В кавуне. Мало семян, ну крупные семена, это кавун. Кавунычка, много семян, но маленькие семена. Понятно. Они на посадку так, хорошие. Так, смотрите, сколько я вам должна. А я сказал, что вот 193 гривна. Ой, не, подождите, 7 гривен, извините. 112, 112 гривен. 112. Привет. По многочисленным просьбам наших зрителей, которые требуют рассказать, как правильно выбрать арбуз, рассказываю. Значит, подходим к арбузам, прежде всего, и смотрим. Арбуз зависит от сорта. Некоторые арбузы имеют вот как на вот этом пятнышко. Если оно белое, то арбуз не совсем спелый, то пятнышко должно быть и желтого цвета. Второе. Даем шалмбоны ему. Если он звенит, то чем лучше звенит, тем вкуснее арбуз. Сейчас выговор от продавца получишь. Третье. Если у вас есть силушка, то можно вот такое слегка придавить, он потрескивает. Но это касается в основном арбузов маленьких, небольших и средних. Большой арбуз, в нем корка толстая, и с этой признаком трудно угадать. И самый основной признак. Сейчас возят арбузы все спелые. Особенно выбирать не надо. Все сладкие. Но есть арбузы. Но сейчас вот это когда? Ты скажи, что в августе безопаснее всего. Да. Вот если вот этот арбуз сладкий и вот этот сладкий. Но вот я смотрю на них и вижу, что вот этот чуть-чуть слаще. И вижу, что в этом арбузе зерен немножко больше, но они мелкие. А в этом арбузе зерен меньше, но они крупные. В чем, как угадать, почему я их не разрезал, а на самом деле так и есть. Потому что вот это называется кавун по-украински. Мальчик. По-русски мальчик. Арбуз. Мальчик. Мальчик. А это по-украински кавуниця или арбузиха, девочка. Вот, и вот это, если вот это пятнышко чем шире, тем сладость преобладает. За счет чего формируется в арбузе сладость? Если мы помним, то в 6 классе по биологии мы изучали, что почему листья зеленые. В них накапливается хлорофилл, который преобразовывает солнечную энергию в сахара. Так вот, арбуз, вот эти арбузы зеленые, херсонские, через свою зелень они преобразовывают солнечную энергию в сахара. Арбуз питается, растет, и когда он уже дозревает, то сахарам некуда деваться, он уже развился, и они превращаются в нашу сладость из простых сахаров в сложные, именно в арбузную мякоть, которую мы кушаем. Ну вот, в принципе, на огороде как выбирать арбуз, я расскажу дома. Спасибо. Ну так ты выбирай. Вот, я выбрал. Ну давай вот, зваж. Вот ага, ну, теперь да? Взвесим. Чем крупнее арбуз, тем больше в нем риска, что будет преобладать небольшой такой вкус, как кормового. Поэтому арбуз лучше выбирать среднего размера. Самые большие, ну, если на хорошую большую компанию, то да. 74 гривны вот такой арбуз. Вот 8 сейчас, гривен килограмм, да? Да, 8 гривен килограмм, значит, в нем килограмм 9 с копейками. За елки-палки. Я думаю, да, так, обожинки. Ну, голос такий знакомый, что страшно, елки-палки. Домашние вертути, домашние вертути. Кажу, дядь Ваня, кажу, елки-палки. Я не думаю, что и такий кулинар. Спасибо, спасибо, что выкладаете. Спасибо. Удачи. Поживаешь? Нормально. Лучше всех? Не заеду никому.
Понятно. Никому не завидую, это тоже хорошо. Да. Фрунзовку я лучше снял, а хуже смотрят. Захарівка є. Мені мою дорогу ти не сняв, дивися. Сніме там, де комунальний зробив дорогу. А де це? Ями, на яму під Нептун. А, Нептун. Ями а, попід Нептун не знаю. Чуєш? Мені треба гелева ручка, щоб вона писала в будь-яких условиях. Сама лучше. Кілометражка. Чорно-синю. Ага, не, синю надо. Пожалуйста, пробуйте. Вот, вот, спасибо. Вот какой сервис, видишь? Да, как? Тут выбор ручек. И продавцы обаятельные, красные. Угу. Ну, проверяем. Значит, ну, проверим, что я выбрал. Срезаем шляпку. Папа, ты спец. Да, это просто партия хорошая. И продавцы хорошие. Продавцы всегда хорошие. В наше время очень плохо быть плохим продавцом. А что ты так режешь? А так лучше резать, чем нетрадиционным такого вдоль. Сок не стекает. Так разрежешь, пока очень много сока будет потери. Ну, что в детстве все время резали вот так вдоль. Ну, я помню, но вот я так уже. Век живи, век учись, да? Да. Прохладный, холодненький арбуз. Знойный день летний. Что может быть прекраснее? Еще можно к нему кусочек брензы. Овечьей. Во, сила была бы. И правда косточек мало? Угу. И мелкие. Не то, что мало, мелкие. Их может быть чуть больше, чем там в Мальчике. Но там крупнее, а тут мельче. Космос, хочешь арбузика? Да. Космос, хочу арбузика. Все, друзья, пока. Все мы вам рассказали. Выбирайте арбузы. Очень полезная ягода. Особенно в августе. Да, именно август, сентябрь. Это время арбузов. Чистите свой организм. Укрепляйте иммунитет. До свидания. До новых встреч. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Поставить лайк и все, что надо, сделайте. Все процедуры. Всех благ. Всем здоровья. До свидания, друзья.